еще один. Привет. Чем могу помочь? Приходи еще. Как не видал? Я гляжу. О, да. Говорят, что вы такие вещи другого не видал? Сейчас только клиентов разом. За его заняться! Вроде какая-то Филиппа о тебе расспрашивала. Бродит по свету. Приветствую тебя, ведьмак, в этих скромных стенах. Я ищу краснолюда, который жил в этом доме. Его звали Балтимор. Мастер Балтимор пропал некоторое время назад. Чем занимался мастер Балтимор? Он был нашим кузнецом магических рун. Лучшего мастера мир не видывал. С тех пор, как он сгинул, много воды в Понтере утекло, но не я. Ни мои ученики так и не смогли повторить все руны, которые он ковал. Кто живет в его доме? Новым кузнецом рун стал верный ученик Балтимора, твой почтенный слуга. Дом перешел ко мне вместе с правом продолжать дело великого мастера. А куда ведут эти трухлявые двери? Это вход в старую мастерскую Балтимора. Можно туда заглянуть? Конечно, но там только хлам и паутина. Я снова привет. У меня... Ну ты... Тебе недавно не заказывали кубок? Мне, бывает, заказывают посуду. А в чем, собственно, дело? Кубок для Саски. Твоя работа? Это паскудное ведро? Не оскорбляй меня. Того, кто его сделал, надо высечь на конюшне. Надеюсь, в следующий раз Саския закажет посуду у меня. Если она когда-нибудь еще что-нибудь закажет. Я снова привет. У меня есть... Ну ты... У меня нет...
Я слышал какой-то шум, ведьмак. Все в порядке? Да так, ничего особенного. Ты нашел что-нибудь? Тут ничего нет. Несчастный Балтимор перед смертью помешался рассудком и, видно, уничтожил все свои записи. Почему ты так уверен, что он умер? Тело же не нашли. Может быть, он просто уехал? Само собой. Но если он уехал, то для нас он все равно, что умер. Уважающий себя краснолюд не оставит своих близких. А скажи, почему тебя так интересует Балтимор? Да так, просто любопытствую. Любопытство бывает опасным. Многих оно сбило с верного пути. Ты мне угрожаешь? Наоборот. Я только предостерегаю. До свидания. Я снова привет. У меня... Ну... У меня есть... Ну... Ты хотел поговорить? Похоже, я нашел сон дракона. По крайней мере, он просто напоен магией. Отлично. Это то, что нужно. Когда добудешь все остальные ингредиенты, возвращайся. Ты хотел... Не забудь о противоядии для Саски. Это очень важно. Посмотри. Чудная работа, обоссы меня, шиншила.
Смотри, не выделывайся. Привет.